Стали известны результаты прокурорской проверки завышения цен на лекарства. Работа велась с начала этого года. По ее итогам возбуждено 779 дел об административных правонарушениях, пишет газета «Известия». Сами аптеки объясняли ситуацию падением курса рубля и ростом оптовых и розничных цен на препараты. Превышение допустимых надбавок на лекарства было в стране повсеместным.